шел по улице домой и увидел этих ребят. Кто ваша мама, ребята? Спросил у ребят солдат. Мама анархия, папа стартан портвейна. Мама анархия, папа стартан портвейна. Все они в кожаных куртках, все небольшого роста. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама анархия, папа стартан портвейна. Мама анархия, папа стартан портвейна. Довольно веселую шутку сыграли солдатам ребята, раскрасили красным и синим, заставляли ругаться матом. Мама анархия, папа стартан портвейна. Мама анархия, папа стартан портвейна. Мама анархия, папа